пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил или где-то был неправ. Может, ты не поняла. Поняла. Я так хочу тебя набрать, спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, кто-то трубку не возьмет. Я держу себя в руках, и только свет далекий манит одинокого окна. Я под окном твоим останусь до утра. В голове моей туманы, маны, утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. И тебе на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Я буду в тебе, как в тумане, медленно тонуть. В голове моей туманы, маны. Утекла любовь из кармана. А мне друзья говорили, забудь ее, забудь. Ты ее забудь. И тебе на сердце раны, раны. Но ты же знаешь, что я упрямый. Как в тумане медленно тонуть. Начало было очень хорошее. Это ужас. Ой, зачем просто. Ты это пел? Да, зачем ты это пел? Скажи, зачем ты это стал петь? Тебе что, это правда нравится? Вот скажи мне честно. Александр Борисович, я вот утром встаю, не могу без этой музыки. Честно просто сказать? Умираю. Скажи честно. Вот скажи мне честно. Я обожаю эту музыку. Это лучшее, что есть в мире. Моцарт ваш какая-то. Чайковский, где это Битлз, это вообще слушать нельзя. Битлз нельзя. Пелагея нельзя слушать. О, вот ничего себе, вы меня... Программа не говорю. Ты обожаешь это, вот в 10 утра включаешь и не можешь расстаться. Да его просит меня Макс Барских. Нет. Говори. В голове моей туманы маны. Да-да-да-па-да-па-да-ра-да-да. Па-ла-да-ра-да-да-та-ра-да-да. Па-ра-да-ра-да-та-ра-да-да. Прекрати прикал. Зрителю нравится. Давай сначала познакомимся. Да, да. Извините. Да. Меня зовут начала. Вадим Белоглазов, город Калининград, 26 лет. Так, хорошо. С этим мы определились. Мы разобрали, да. С этим мы определились. Мы определились. Не нравится. Параграф разобран. Это мы решили, все. Какой дальше вопрос у нас на повестке? Что нравится на самом деле? Ну, мне нравится зарубежное, конечно. Какое? Адель. Бейонс. Начинай. Бейонс, давай, а. Не-не-не, Бейонс я не знаю. Я знаю, мне из русских вот сейчас нравится вот... Однообразные мелькают все с той же болью дни мои, как будто розы опадают и умирают соловьи. Но и она печальна тоже, не приказавшая любовь. Это ты высоко взял. Да. Ну, высоко, перестарался, да. Нормально. Ну, это очень почти то же самое, только медленнее. Я люблю действительно лирические песни, медленные, особенно акустика, фортепиано, гитара. Это вот самое мое. Старик, любимое. Не вышло у тебя нам показать то, что ты любишь на самом деле. То, что ты показал, мало того, что мы ненавидим, ты сам это ненавидишь. Но парень ты хороший, это... поэтому иди себе домой. Спасибо большое. Удачи вам, всем удачи, спасибо. Пожалуйста.
Привет. Ну, привет, все хорошо. Привет. Здравствуйте. Приветствую. Ты знаешь, мне кажется, что сейчас тот момент, когда ты еще не осознал сам, кто ты в искусстве. Но у тебя такие данные большие, внешность, голос, что как только ты поймешь, как только ты схватишь удачу за хвост, вот все встанет на рельсы. Поэтому не складывай руки, продолжай пробивать. Спасибо вам большое. Спасибо. Счастливо. Счастливо.